Впечатление от борьбы на песке? Достаточно тяжело передвигаться по песку, так как он очень глубокий, 30 сантиметров, и это очень энергозатратно получается. Вот. То есть ты устала реально, да? Не знаю, мне кажется, я больше переволновалась. Вот. Ну, я уже знаю эту спортсменку. Мы уже вроде бы с ней встречались, поэтому для всех, для нас это новое впечатление. Мне было круто. Вот. А как тогда надо тренироваться? Должен быть песок, зал специальный с песком? Я думаю, что да, чтобы привыкать к этому, потому что очень забиваются икры. И ты ждешь, что у тебя будет прямое скользящее покрытие, а тут как бы нет такого. И нет сцепления. Но все равно прикольно. То есть интерес появился, да? Да, это очень интересно. Это классный опыт. Я рада, что в моей жизни получилось поучаствовать. Это очень интересно. У вас не одна схватка, еще вы будете бороться? Да, мы еще встретимся с российской спортсменкой. Она тоже поборется со спортсменкой из Румынии. Вот. Ну, с Алиной мы тоже уже встречались, я думаю, будет интересно попробовать. Это как, знаете, как игра такая на песке.